Добрый день, перед нами холодильник RB29. Недавно я вам показывал на видео данный холодильник после ломастера. То есть я решил его восстановить, как из завода. Поставил оригинальный тен, поставил новые платы. Но у данного холодильника возникли проблемы, как только температура опустилась до 10 градусов. Хоть и производитель заявляет, что класс SN климатический, что он работает от 10 градусов, но с ним происходят довольно интересные вещи. В чем они заключаются? То есть компрессор при 10 градусах, после разгона начинает, точнее, когда начинает разгоняться компрессор, он просто подклинивает. То есть замена компрессора на другой, бэушный или новый, то есть ни к чему не приводит. Они также клинят. Замена модулей, то есть ничего тоже не дает, то есть результата нет. Сейчас я вам хочу показать видео, при котором вы увидите заклинивание компрессора. То есть инверторный компрессор заклинивает намертво. То есть токовые клещи, термометр и манометр цифровой. То есть сегодня температура 6 градусов, но сути не меняется. То есть плюс 6, плюс 10, он все равно заклинивает. Именно конкретно эта модель. То есть почему-то производитель задал очень большой RPM, то есть большую скорость вращения. И вот на холоде происходит такая вот проблема. То есть я пытался экспериментировать различными способами. То есть если подключить сторонний инверторный модуль, допустим, Имбрака, и гонять компрессор на средних оборотах, то есть где-то 3000 оборотов в минуту, то компрессору ничего не будет. То есть компрессор будет набирать необходимую температуру и не будет заклинивания. Если все восстановить в исходное состояние, то есть поставить, как сделал завод, то происходит заклинивание. То есть, как мы видим, при токе 0,76 компрессор заклинил. Модуль управления инвертора выдал нам ошибку. 2 мигания паузы.